Идут по улице два пьяных мужика. Один другому говорит: «Гребаные синоптики обещали дождь местами», а он херачит по всей деревне. Ты должен хотя бы попробовать стать другим человеком. Я уже пробовал сделать это. И что? Отсидел за подделку документов. На приеме у кардиолога. А Петров, вы в день сколько бутылок пива выпиваете? 4 бутылки? Врач говорит: «Как 4? Я же только 2 разрешил». Петров говорит: «Еще 2 разрешил терапевт». А меня вчера собака укусила. Бешеная, наверное. Нет, нормальная. Стал бы я бешеную за хвост дергать. Сильный пьяный мужик на автовокзале подходит к автобусу и спрашивает около передней двери, еле переворачивая языком: «Этот автобус куда едет?» Ему отвечают: «В Чебоксары, дядя, в Чебоксары». «Понятно». И мужик, переворачивая странные круги, подходит к задней двери и спрашивает: «А этот автобус куда едет?» Ему отвечают: «В Чебоксары, в Чебоксары». Мужик говорит: «Странно, что сегодня все автобусы едут в Чебоксары?» Девушка, вы такая умная, красивая, добрая. Спасибо, я тронута. Я это тоже заметил. Петруха не считает себя алкоголиком. Он считает себя шопоголиком алкогольной продукции. Петруха, вот у тебя дома лежит на полу шкура белого медведя с раскрытым ртом. Я смотрела, там ни одной пули не нашла. Куда ты ему попал? Так я не помню. Я 5 раз перезаражал. И сколько раз стрелял? 10 выстрелов сделал. Ни разу не попал. Так от чего же он умер? От смеха. Бухать — это вам не спортом заниматься. Тут надо иметь крепкое здоровье. Подписываемся.